Сотрудники госавтоинспекции в период летних каникул решили привлечь внимание водителей, да и самих юных пешеходов к проблеме детского травматизма на дорогах. В ходе рейда инспекторы ДПС проверяли соблюдение правил перевозки детей, а также разъясняли водителям, почему нельзя перевозить малышей без специального удерживающего устройства. Пешеходам напоминали о правильном переходе проезжей части. Маленьким участникам дорожного движения полицейские вручили световозвращающие значки и браслеты.